И, наверное, друзья, сейчас вот тут вот порядок надо навести. А, тут банок куча. Здесь после картошки я еще не подмел. Надо тут все сейчас. Сейчас разгребусь, вот это все кучу переберу. Ящики аккуратно надо поскладывать. То у меня тут не пойми что. Вообще не пойми что. Что-то может быть даже повыбрасывать. Друзья, в общем, я не заметил, как села батарейка. Вот. Переставляю, перегребаю, переношу. Вот. Много места освободилось. Тут негде было пройти. Тут поддон почему-то стоял. Непонятно, кому он стоял. В общем, переставляю. Сейчас еще немножечко тут у меня осталось. Вот. Эту фанеру не буду трогать. Куда ее переставить? Пусть она тут и стоит. Между окнами. Вот, сейчас этот угол уберу. Вот это единственный угол у меня остался. Вот, вымету вот эту грязь, всю выброшу. Ну, грязь тут не грязь. Вообще, откуда? Ну, я смотрю, здесь лузга семечек. Это что, я, получается... А, да, друзья, я здесь... Я здесь... Давнешенький не убирался. Это я повыносил здесь... Куча досок лежала, которые я использовал, да, при стройке. Вот тут вот у меня куча досок. Вот здесь у меня еще стояли в два ряда планки. Я их попилил на дрова.
А подметать, наверное, я не подметал. Здесь я выращивал когда-то грибы в этом помещении. Оно у меня утепленное, вот тоже гипсокартоном подшито. Там, по-моему, тоже стекловато. Или нет, стекловатый. Вот я не помню. Как бы не обмануть. Друзья, не помню, честное слово. А, у меня есть где заглянуть. А ну, я вот тут замазывал, не замазывал. Есть там стекловата. Вот она. Есть стекловата. А тут почему-то нету. Чего она? Вот. Есть у меня там стекловата, друзья. Специально покупал стекловату. Это помещение утепленное. Ладненько, сейчас доубираюсь, потом немножко расскажу об этом. Я это сделал, друзья. Мне кажется, я убирался, но, может быть, не очень досконально-то убирался. В общем, чего? Или местами. В общем, вот в сарай. Начнем здесь. Здесь закатки. Здесь компоты. Здесь варенье, соленье. Ну, чесночок, лучок. Друзья, сейчас опять пойдут эти, что полки для банок. Я согласен. Это, друзья, этот сарай, он у меня временно. Я в этом году хотел сделать подвал. С подвалом у меня не получилось. В общем, я сделал комнату для Леры. И еще коридорчик отремонтировал. Вот. И пристройка к домику. Вот, я ее не собирался ломать, ну, заварил и заново сделал. То есть вот три внеплановых дела, да. Вот, я думал навес и подвал сделать, в итоге сделал навес, две комнаты, пристройку переделал, навесик сделал к домику. Вот, подвал, к сожалению, я не сделал. Так что это все полочки, все это все будет в подвал выноситься. Вот эти вот банки, эти банки, это все будет выноситься в подвале, будет стоять. Еще будет планироваться, как это делаться. Сейчас Надя будет обсуждаться ящики, друзья. Вот у меня куча ящиков. Я закупал вишню когда-то. 2 года назад я закупал вишню. Эти ящики у меня остались. Ну, мало ли, может, еще буду закупать. Пригодится. Ну, это вот пустые баночки. Здесь пораспихал тоже по ящикам баночки поменьше, которые. Это мешок с мешками. Ну, мешки всегда пригодятся, вот. Я вот это все в один мешок собрал. Здесь у меня вот остатки плитки. Это остатки от бани, вагонка. Это вот у меня гофра из-под яиц. Нужна она мне. Я, скорее всего, в бане стоплю печку, буду печку бросать. Вот этот кондиционер, друзья, он рабочий. У меня знакомый просил его. Я думал, что я ему уже отдал, а он у меня стоит. Вот он работал. Я его снял, он был рабочий. Надо это позвонить, пусть заберет. Это центрифуга. Белье отжимать. Ну, ее надо, наверное, выбросить. Или разобрать по запчастям на металлолом, там что сдать, посмотреть. Эта стиралка, она тоже была рабочая, ну. Ой. Ой. Что-то она вся провисла. Ну там подшипники надо менять. И оно там еще, кроме подшипников, еще и. А что еще? Кроме подшипников, там еще протерся барабан. Течет. Она течет. Ну, очень простая здесь вот. Все включается вручную, отжим там, старт. Вот здесь вот, здесь как часы выставляется. Вот когда запускаешь, оно тикает. Стоп. Ой. Короче, интересная система. Вот. Это очень старая стиральная машина. Канди. Машина-автомат.
такая старушка. Тоже надо разобрать, наверное, это сдать на металлолом. Пластмасски в мусор. Остальное на металлолом сдать. Здесь мы вот сумки. Там у нас обувь, которая не по сезону. Мы ее выносим сюда, чтобы она там под ногами не путалась. Это вот обои, остатки. Тут, кстати, я сегодня увидел. Вот рулон. Запечатанный рулон обоев. Это вот мы в комнатах уже ремонт и делаем. Там что остается, как бы складываем потихоньку. Но бывает, где-то подстелим бумагу или еще что-нибудь. Вот, а я что-то голову недавно поднял. Я в коридорчике потолок хотел поклеить обоями и не поклеил. А здесь рулон обоев. Надо глянуть, сколько квадратов в рулоне. Хватит на потолок, не хватит. Ну тут что? Найдены горшки старые, насос для полива. Это поверхностный, у меня сейчас погружной стоит. Это кастрюля из, как это, соковарки. Это самая нижняя кастрюля, то есть здесь вода кипит, но она вот кипела и продырявилась. Очень быстро, буквально за сезон эта кастрюля вышла из строя, алюминиевая. Так что, если берете соковарку, берите из нержавеющей стали. Алюминий не любит, чтобы в нем долго кипятили. Ну, эта капелька у меня здесь смотанная стоит. Это у меня все полив. И сарай стал у меня теперь пустой. Еще эту коробку он с гофрой сжечь. И все, ничего лишнего. Красота. Может где-то рядом подвал сделать, его как кладовку, правда, приспособить, не знаю. Вообще подвал хочу делать. Когда буду строить дом новый, там хочу подвал сделать. Не знаю вообще, что творится-то. Может, правда, здесь кладовку сделать, а? Может, правда, сделать кладовку, полочки сделать для банок. Пусть будет кладовка, да? Не задача. Варенье взять какое-нибудь. И у нас там еще есть, мы еще не доели. У нас там еще немножечко грушевого и немножечко вишневого. Все, навел порядок. Повыбрасывал кучу. Вон куча коробочек всяких. Коробки, бумаги. Вот бумага с коробками в печку пойдут. Наверное, сегодня буду топить одними коробками печь в бане. Так что вот так. Друзья, в общем, я подумал, буду потихоньку ломать всякие всячины. Вот, в общем, стоит оно у меня, место занимает. На чердаке там куча всякой валяется электроники, нужной, ненужной. Надо все, что на металлолом можно сдать, сдачу, нельзя выбросить. В общем, сейчас я эту центрифугу раскручу, пластмасски выбросим, остальное на металлолом можно.
короче, друзья, чуть-чуть металлолома у нас вышло. И вот такой двигатель, смотрите. Он даже тут вместе с... Вот, включатель. То есть конденсатор. Включатель. Все работает. Интересно, где такое можно использовать. Тут кое-что, вся схема в сборе. Может, где-нибудь пригодится. Это можно где-нибудь в гараже, оно много места не будет занимать. Все, убрался. Так, друзья, в следующий раз что-нибудь другое разберу. А, потихоньку так, чтобы ничего не осталось. Сколько много снега, пап? Да? Ты не Тая? Тая, поправься мне! Алиса, Максим! Когда ты это смотришь? На Максима? Да. Максим, это что, жених? Нет, Максим он такой. Да? Привет. Прохладно, привет. Привет. Я сейчас бантик вот этот вот сделаю с классичкой. Давайте я привяжу. Я вторую пачку, между прочим, уже щелкаю за вечер. Да? Да. Что, вкусно? Но я хочу компотика налить. Да что ты пробила мне семечки? А так ты уже привязала. А я себе компотика налью. Нет? Абрикосовый компот. Очень вкусный, друзья. Толя, какой ты молодец. Ты прям и убрался, и планочку такую красивую прибил. Мне так понравилось вообще. Кого прибил? Ну, планку вот эту. Еще бы на раковине такую планку сделать. В ванной? Да. А я приклеил. Ну, на раковине? Да. А где-то осталось у меня. Было бы здорово. Конечно, раковина сходит туда-сюда. А шарик бракованный какой, покажи. Это шарик такой? Да. Это шарик, да. Ничего себе. Я думала, вы с ним что-то сделали. Нет, он такой. Ничего себе, такое бывает. Это такое было. Ну, как этот, как будто от жары ее так вот расплавился. А я себе компотика налила. Заклеим. Я эту не стал, там раковину эту можно приклеить к этому. Как он не заклеил? Красиво. Красиво. Я этот. Там к стенке можно раковину прикрутить, просто я думал, вдруг будем там отодвигать или что, или другую будем раковину ставить. Дырок наделаю лишних. Другой не надо, нормально раковина у нас. Не, ну вдруг разобьет, вдруг там состарится. Угу. Ты еще кухонный гарнитур новый хочешь, да? Ну мне хотелось бы. Хотелось бы. Это. Но это не к спеху, это как получится. Красивая классичка, кому нужно. Это не самое важное. Красивая классичка. Надо придумать, куда лекарство убрать, я не придумаю. Нам нужно. Написали, что этот закрытый ящик, и сюда красивую посуду поставить. У нас длинные волосы, твой ты. У нас нету красивой пасты. Ну что, купить посуду и наставить, чтобы стояла? Не, у нас есть, ну, стаканы можно поставить там. Это классичка. Все, вчера хвостики, да, сегодня? Шарики. Во, да. Косичка сегодня. Это косичка? Да. Это что-то семечки не могу остановиться сегодня. Глянь, какая гора. Надо я вижу. Сейчас я к тебе буду. Я тебе помогу сейчас. Да, остановиться? Да. А там еще пачка. Мама, шнашка. Так что не остановимся. Остановимся. Закончится сейчас. Скоро Новый год, вообще не чувствуется. Я хочу вот на это окно сделать снежинки. Снежинки? Вырезать, да. Все хотят, чтобы тюль, ну, не знаю, была там тюль. Мы никогда не зашторовали эту тюль. Она всегда висела сбоку.
потому что она мне мешает. То посуду я мою. Ну, раковина, да. Да. Кто-то написал раковину, тут ни при чем, ну не знаю, кому как, но я протираю окна и подоконник. Вот, поэтому. Дети, ура, постоянно прыгают, не могут хочется, оборвать. Не хочется мне вешать тюль на это окно. Я понимаю, что это неуютно, некрасиво. Но она просится. Она просится тюль. Поэтому будут снежинки. Геранька твоя какая выросла. Ну да, но она прям сразу так хорошо пошла. А те как? А те две погибли. Вот. А остальные вроде нормально пока держатся. Пост сдал. Ой, натрескался. Семечек. Молоко Алисе нагрела. Она уже подкисла. Она говорит, не буду пить. Я еще молока напился. Ой. Друзья, у нас проблема вот еще. Чем мы такие немножко пухленькие? За детворой доедаем. Они кричат больше-больше, мало положили. Вот. А потом не доедают, а мы доедаем. Выбрасывать жалко. Да, есть такое. Я думаю, у кого были дети, те поймут. Да? Хорошо, что только двое. Да. А Лера вроде доедает. Ну, Лера там, если не доела, она выбрасывает. Да. А на улице еще вроде дождик идет. Да. Да? Угу. Друзья, дочитаем 11 главу послания Коринфянам до конца, с 33 текста. Итак, братья мои, придя на вечерю, друг друга ждите. Если же кто голоден, пусть ест дома, чтобы в общем собрании не навлекать на себя осуждение. Остальное улажу, когда приду. Знаете, тут о вечере читал, да, выше немножко, что наедаются. Знаете, когда вот Христос, была у них до вечера пасхальная, это праздник Пасхи был, там в горнице приготовили им Пасху. Мне что-то так кажется, ассоциируется, что вот эта вечеря, это как, ну что-то подобие Пасхи какой-то, вот этого пасхального праздника. Только там вспоминали исход из Египта, а здесь вспоминают смерть Иисуса Христа. Интересно, как это было тогда. Спасибо, друзья, что вы с нами. До встречи. Всем пока.